16 число, 16 июня, продолжается межсезонье. Фигуристы почти всех групп уже давным-давно вышли из отпуска, уже все на сборах, уже все готовятся к сезону. Исключая разве что, не могу здесь шпильку не ставить, исключая разве что там Плющенко, который катался на шоу, катается на шоу и продолжает кататься на шоу. Сейчас тур закончился, но у всех закончился, не у Плющенко, он еще, у него еще. Поэтому кто-то вышел давным-давно, кто-то еще раньше, а кто-то вот обещал, что теперь он тренер-тренер. Забудьте про те 2 года, которые у меня были перед этим. Это все неправда. Теперь я буду посерьезнее, теперь у меня будет личная группа. В конце концов, шоу мне не помешает, они не так чисты. Ну вот, слова это одно, дела это другое. Обычно после шоу он еще на отдых обычно ездит куда-нибудь. Активно оттуда фотографии всегда приходят. Неважно, это декабрь, март или середина лета. Ну, правильно, вот напряженный такой тур, больше месяца на шоу, тяжело, тяжело. Напряженная достаточно работа, основная нагрузка как раз в шоу. Они хедлайнеры его, это олимпийские чемпионы, Ханю, Плющенко и Загитова. Поэтому болтовня Рудковских – это одно, а реальность… Реальные дела, по которым всегда нужно оценивать, это другое.